Горлока в третьем квартале было ли доведено ассигнование в размере 5 миллионов 617 тысяч на текущий ремонт автомобильных дорог. С этой суммы было выполнено уже ямочным текущим ремонтом улица Кировоградская, Панфилова, Ленина, Ленина со стороны Никитовского района, Ленина со стороны Центрального городского района на общей площадью 4000 квадратных метров. Продолжаются работы по текущему среднему ремонту улицы Сусанина, Черниковская, 40 лет Украины. На сегодняшний момент произведены работы по фрезеровке данных улиц на ориентировочную квадратуру 2400 квадратных метров. И планируется за счет данных денег выполнить еще ямочный текущий ремонт улицы Теренкова. Поэтому по этой улице на сегодняшний момент готовится сметная документация для заключения договоров. Также дополнительно нашему городу было выделено 20 миллионов российских рублей на проведение текущего ремонта автомобильных дорог. За счет этих денег уже на сегодняшний момент выполнена улица Гаева текущим средним ремонтом квадратуры 7000 квадратных метров. Планируется и выполняются сейчас работы по текущему среднему ремонту улицы Жукова, Болотникова и продолжается Дмитрия Жлобы. На сегодняшний момент выполняются работы по фрезеровке. Закончены работы по фрезерованию по улице Жукова и Болотникова. А также планируется выполнить работы текущим ремонтом улицы Гагарина и улицы Комсомольская. У нас в городе работают две подрядные организации дорожных. Это наша Горловская ВСДРСУ, и дорожная организация города Донецка ТРСУ-1.